Я хочу посмотреть на тех людей, которые вам ставили пятерки по этому предмету. Потому что найдите мне Соболь, говорящую по-английски. Кстати, чтобы вы знали, у Мишустина блестящий английский. Но найдите мне, вот просто поднимите мне веки. Отведите меня к нему. И я хочу видеть этого человека. Ну, это, как вы помните, роль Владимира Семеновича Высоцкого. Так, можете найти мне говорящую Соболь с английским? Это просто, конечно... Это же просто удивительно. Как ей это удается? Я, наверное, никогда не забуду. Вот большего унижения для... включил. Найдите заодно мутку. Last summer, opposition leader Alexei Navalny was poisoned while he was under administrative detention of political dissent in present-day Russia. The full power of the court, police, prosecutors, the minister of justice... Я посажу учителей английского языка в институте и в школе, которые ей преподавали, и заставлю ее, вот их слушать, этот ужасающий лобнинский английский до потери сознания ими. Will Putin remain at the helm? Ох, какой ужас! Ну это же позор! Но у них же есть Вовка Карамурза, который хорошо говорит по-английски. Но это-то чудовище зачем? То ли дело основатель Russian English. Dear President Blatter, colleagues of the Executive Committee, let me speak from my heart in English. My friends, красавчик. Today is a unique moment in time, both for my country and for FIFA. Russia represents its new horizons for FIFA. Russia means a big promotion of our game. Millions of new hearts and minds. It also means a great legacy after the World Cup. Great new stadiums and millions of boys and girls embracing a game. Russia's economy is large and growing. The federal government has stable finances. Large and growing. Russia's sports marketing is developing. Rapidly. Слушайте, just one example. А я-то слушаю и понимаю. Today, а хорошо говорю. Russian companies provided over $1 billion in sponsorship for the Sochi Olympic Games. Imagine how much investment would be imagine, made into football. How much investment? Это тебе не какой-то там imagine all the people. Imagine how much investment. Priority for the Russian Federation. If... Красавец. Просто красавец. А? И тут вам еще в наказание. Ну? Кто лучше? Кто лучше? Напишите мне срочно, Соловьев Лайф на Ютубе. Чей английский лучше? И ответ будет один. Четкий, ясный. Только мутко. No corruption, no criminality. В носу не чесался, как Любка Соболь. Четко излагал. Вот. Поэтому наша власть хороша, мощна и умеет. А оппозиция и не умеет, и слаба. Да. Могим, я бы даже сказал, моем. На этом решите с нами попрощаться. Выходите, подписывайтесь, Соловьев Лайф на Ютубе. Ставьте лайки и телеграм-канал Соловьев. Правда, каждый раз, когда Мутко говорит...